Более 10 лет обсуждений и 2 года самой стройки долгожданной дороги Саров-Кременки, которая, наконец, избавит горожан от автомобильных пробок на третьем КПП и сократит путь до Нижнего Новгорода. 3 сентября состоялось открытие движения по новой дороге в рабочем режиме. Мы считаем, что все обязательства, которые брала область, дорога от Сарова до Кременок, выполнены. Губернатор обещал открыть рабочее движение 1 сентября. Рабочее движение мы сегодня, собственно говоря, и откроем. Дорога открыта, но не открыта. До полноценного начала движения по 203-й дороге от улицы Березовой до 4-го КПП и далее до Кременок придется подождать еще несколько недель. Как оказалось, сделано не все. Еще ведутся работы на различных участках дороги, да и контрольно-пропускной пункт не готов к приему большого потока людей и транспорта. Данное КПП должно пройти апробацию. Мы должны отработать все системы безопасности, провести пусконаладочные работы по пропускному режиму, чтобы потом, когда оно будет открыто, не возникало никакого вопросов, трудностей, каких-то недопониманий. Руководитель генподрядной организации рассказал о том, как шло строительство дороги, с какими трудностями пришлось столкнуться при проведении работ на различных этапах и заверил, что в течение недели будут закончены все работы. На сегодняшний день практически все работы завершены. По строительству дороги выполнено земполотно, дорожная одежда. Построены все искусственные сооружения, установлены все дорожные знаки, барьерные ограждения. И только остались у нас закончить реакционные работы, которые придорожные полосы выполняются. В итоге сроки начала массового движения через Северные ворота отодвигаются в лучшем случае на вторую половину месяца. Хотя заградительные объекты были убраны 1 сентября, и горожане активно используют новую дорогу не только в качестве прогулочной зоны, некоторые уже лихо гоняют на автомобилях, а вот включить освещение на 203-й дороге руководство города обещало лишь через неделю. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.